Приветствуем всех на нашем канале. Актриса Юлия Аук известна своими русофобскими заявлениями в адрес России. Угодила в грандиозный скандал. Из-за возмущения общественности спектакль «Сад» с артисткой в главной роли отменил Московский электротеатр «Станиславский». Теперь стало известно, что и театр на Таганке отменил спектакль «Эльза», режиссером которого является Аук. Ну а сама звезда сериала «Контейнер» не так давно решила сменить фамилию. Напомним, актриса Юлия Аук известна своими резкими высказываниями в адрес россиян. Актриса при этом зарабатывала, как и прежде, в Москве. Сей факт, конечно, возмутил общественность. Спектакли с ее участием отменили один за другим, а знаменитые коллеги и вовсе не скрывают, что отныне в России оскандалившийся Аук уже не рады. Так, например, директор Ленкома Марк Варшавер заявил, что не понимает, для чего артистка вообще выступает в России, которая ей так ненавистна. Это уже не российский гражданин, а предатель. Просто противно, возмутился Варшавер. Марк Борисович убежден, что Юлии стоит забыть о российской сцене. Здесь, в столице, по его мнению, она больше не нужна. Зачем нам такие люди, но я ее не знаю. К радости или к сожалению, но думаю, что к радости. Потому что она для меня предательница, заявил директор Ленкома. Ну а Мария Шукшина порадовалась отмене спектакля «Аук» в Москве. По ее словам, это случилось благодаря прежде всего неравнодушию россиян. Сила общественного мнения – самое главное, что происходит неимоверно быстро. И я только одно хочу сказать. Без вашей реакции, без ваших комментариев, быстрой активности, отправки писем ничего бы этого не было. Радуется актриса.